Yep. Да, спасибо за вопрос. Пушкинская карта работает во всех музеях. Сразу подчеркну, кроме, это было сложно, это сложный процесс валидации. Мы прошли, у нас много музеев, 33 музея. Все музеи зарегистрировались, кроме тех, которые работают по погоде. У нас есть несколько музеев, которые закрываются в дождь. Но билеты можно приобрести заранее, чтобы не было никаких, мы купим билет по пушкинской карте, музей закрыт, его можно будет купить на месте. Все музеи работают по пушкинской карте. Yeah.